которые вступали Антон, в компартии еще при Сталине. Давайте я все-таки... Подлец! Негодяй! Махаевец! Наемник! Сколько тебе заплатили, чтобы ты устроил эту провокацию? Бесплатно. Негодяй! Вот, вот посмотрите. Вот такие люди работали в коммунистах, блядь. Именно ты виноват в том, что вот подорван авторитет ты коммунистов в России. Негодяй! Потом... Политическая кукушка! Питух! Налейте нам воды еще, пожалуйста, а то маловато.